ребят, всем привет. Сегодня у нас был ответственный день. Безумно ответственный. Илюха у нас сегодня пошел к стоматологу. Вот. Смелый парень. Я не такой. О, что-то летит. Что-то серьезное летит, походу. Ну ладно, не будем обращать внимания на то, что оно там летит где-то, а летит. Лишь бы взрывов не было. Вот. Пошли сегодня, друзья, к стоматологу. Короче, цены, я в шоке. Я никогда не думал, что такой детский зуб так дорого стоит. 800 гривен сейчас стоит полечить детский зуб. 1800. Да, подожди, 1800. Это сегодня, вот в тот раз ему поставили лекарство. 400. Сегодня вот. 1100 дал. И еще в понедельник 350. Ну, ты считай, вот, прикинь, да? Вот один, так это один. Сегодня он два зуба делал. Короче, сегодня два зуба с современными пломбами. Нам обошлись 1150. В тот раз один зуб он делал. Поставил лекарство, нам обошлось в 400 гривен. В понедельник записались, опять зуб ему лечить. Это еще 350. Так это еще при том условии, что он не ставит обычную пломбу, а только временные. Я не знаю, ничего не помню. Еще стоишь на камеру. Конечно, ты стоишь мне на камеру, рассказываешь. Умничка, ты у меня будешь женщина-блогер. Блохер? Блохер? Ну давай блохер, ладно, бог с ним. Вот не любит она, когда ее снимают. Илюшка сейчас ходит, ему сегодня сделали укольчик обезболивающий. Ну, чтоб поняли, онемело, короче. Так вот ходит сейчас. Папа, когда оно у меня там все пройдет? Уже 2 часа прошло. Я есть хочу, я есть хочу. Вот, сейчас будем кушать, Илюха. Че его здесь сейчас со спины снимают? Друзья, товарищи и братья, ну хоть повернитесь, что ли, а? А то все видео вы спиной. Не хотят поворачиваться. Ну и ладно. Даже у нас открылся меддент, который в районе пекарни. Время, я не знаю, сколько времени. Вот, и вот этот вот меддент, и мы пошли там. Детский врач, а представьте, детский, короче, ну как и детский, взрослый считается. Так этот врач еще, мне 7 лет было, он был в 17-й школе. И вот представьте, еще там, тут детский врач мне ставил пломбу. И пломба вот у меня буквально год назад только выпала. Это вот сейчас мне 33. Сколько времени прошло. Елку еще ни сито не убирают, шарики. Ой. Так что будем надеяться, что зубик вылечим ему. И будет все нормально с его зубом и не будет тревожить. Но придется приготовить кучу бабок. Потому что цены на зубы сейчас очень недешево. Вот потому я и не иду зубы лечить. Но если взять мой рот, то там, наверное, 1010 все будет. Поэтому воздержусь. Вот. Ну а так, ребятки, у нас тихо по сегодня в городе. Спокойно, сегодня солнышко. Плюс 10 было утром. Ну как утром, часов 11. Сейчас, конечно, похолодало. Что с перчаточки одеть? Все, такие перчатки купил. 200 гривен стоят. Классные, модные. Вот именно понравился внешний вид. Заехали до деда. Дед нам 100 гривен дал. Илюха нас на телефон мобильный собирает. Я хочу, папа, такой же телефон, как у тебя. Ну, я, походу, в говно вступил. Отлично. Ну и, короче, те, кто боится стоматолога, жмите лайк. И напишите в комментариях, сколько у вас сейчас стоит стоимость сделать зубы. Ладно, надо зайти в корону. Добрый день. Здрасте. Как ваше ничего? Ничего? И у нас тоже ничего. Да? Но, да, дело такое. Кстати, свечки фигня. Вообще не горят. Еле-еле, понял, такой вот какой-то. Ага, как мерцает. Что там выбираете? Вообще не получилось. Романтика. У меня романтика вчера в ванной получилась. Залез в ванну, и тут бах, свет вырубили. Я говорю, жена, неси свечи. Говорю, я буду романтический вечер при свечах в ванной. Да, будем плавать, купаться в ванной. Ну что, Илюха, выбрал? Ну там, Илюша, не одинаково. Господи, короче, магазин, где все есть. Короче, Илюха у нас промученный тип. Дед ему дал 100 гривен. Мы ему говорим, Илюша, если выдержишь стоматолога, мы тебе купим Лего. Хорошо, мама, я выдержу стоматолога, давай мне покупай Лего. Выдержал стоматолога, дед говорит, дал 100 гривен. Давай, говорю, зайдем на 100 гривен, купим тебе Лего. Нифига, говорит, мама, покупай, а эти 100 гривен на телефон. Вот такой вот промученный тип.
Малы, 7 лет, а уже шарит. Так, ну ладно, сейчас идем корма купим. И будем приходить садиться за уроки. Ой, ребята, уроки — это просто жопа. Жопа, что не сказать. Да, мягче выражение. Не скажу. Хорошее выражение, а что? Это, ну, это одна из... Из пятых точек. Как там правильно называется? Это пятая точка у каждого человека. Называется жопа. Ладно, заходим в корма. Вот что мы намутили, короче. Вот эта одна пачечка стоит 40 гривен. Вот такие My World и My World. My World — это My Girl. Ну что, Илюша, как у тебя онемение? Прошло уже? Нет. Еще онемеет, да, зубки? Да. Ну ничего. Ой, Илюха, тебе еще два передних зуба. Короче, два крипера. Короче, папа протупил в детстве. Я что-то не могу Лего просто так пальцами. Илюш, ну не надо так делать. Пальцами Лего рассоединять не могу. У нас пальцы сильно толстые. Так вот, короче, рассоединял зубами. Илюха ж смотрит, и давай же себе рассоединять. В итоге, короче, повредил два коренных зуба передних, самых главных. Вот, и теперь эти зубы придется либо наращивать, либо я не знаю, что, короче, придется с ними делать. Ну, в общем, протупил я, короче, пока что показал ему это все. Вот, ну, ничего, вылечим. Главное, чтобы работа была, ребят, главное, чтобы деньги можно было заработать, потому что сейчас очень сложно с работой. Ой, сейчас вообще просто жопа полная. Сейчас настолько тяжело, знаете, морально просто, морально угнетает все вот это вот положение. И не знаю, как реагировать на это все. Клуб 4 лапы, зоомагазин. Меня коты мои скоро сожрут, ей-богу. Пари, блин. Так, ну ладно, ребятки. Уже подходим к дому. Илюха, как всегда, тискает соседских котов, как будто у него своих дома мало. Вот, подходим, друзья мои, к дому. Сейчас ждут дела, уроки и все такое прочее. Ну а ты пока, мой дорогой, любезный друг, подпишись, поставь лайк этому видео. И вот этому Илюхе обязательно еще несколько лайков, да, мужик? Вот, и все, друзья мои, давайте. Всем хорошего вечера, до свидания.